На ее песнях выросло не одно поколение. Легенде казахской и советской эстрады Розе Рымбаевой исполнилось 55. Участвовать в песенных конкурсах она начала еще в юности. На одном из фестивалей встретила своего будущего мужа, главного дирижера ансамбля «Гульдер» Таскына Акапова. Всемирную известность Роза Рымбаева получила в 1977 году, когда стала победительницей конкурса «Золотой орфей». Гастрольная жизнь певицы по-прежнему насыщенная. Даже свой юбилей она встретила на сцене.